Добрый день, ребята и родители! Сегодня мы продолжаем читать эту интересную книжку сказок. Посмотрите, сегодня у нас сказка про Снегурушку и про лису. Жил, да был старик со старухой. У них была внучка Снегурушка. Пошла она летом с подружками по ягоды. Ходит по лесу, собирает ягоды. Деревце за деревцем, кустик за кустиком – и отстала Снегурушка от подруг. Они аукали ее. Аукали, то Снегурушка не слыхала. Уже стало темно. Подружки домой пошли. Снегурушка, как увидела, что осталась одна, влезла на дерево, стала горько плакать и припевать. Ау-ау, Снегурушка! Ау-ау, голубушка, у дедушки, у бабушки была внучка Снегурушка. Ее подружки в лес заманили и покинули. Идет медведь и спрашивает, о чем ты, Снегурушка, плачешь? Как мне не плакать, батюшка-медведушка? Я одна у дедушки, у бабушки, внучка Снегурушка. Меня подружки в лес заманили и покинули. Сойди, я тебя отнесу домой. Нет, я тебя боюсь, ты меня съешь. Медведь ушел от нее, она опять заплакала, заприпевала. Вот сидит бедная Снегурушка, на дереве забралась уже поздно и боится идти дальше. Медведь ее и хотел, помочь ей хотел, а она не захотела, испугалась, думала, что съест медведь ее. Ау, ау, Снегурушка, ау, ау, голубушка, идет волк. О чем ты, Снегурушка, плачешь? Как мне, серый волк, не плакать? Меня подружки в лес заманили, покинули. Сойди, я тебя отнесу домой. Нет, ты меня съешь. Волк ушел, а Снегурушка опять заплакала, заприпевала. Ау, ау, Снегурушка, ау, ау, голубушка. Идет лисица. Чего ты, Снегурушка, плачешь? Как мне, лиса Алисова, не плакать? Меня подружки в лес заманили, покинули. Сойди, я тебя отнесу. Снегурушка сошла, села на спину к лисе, и та помчалась с нею. Прибежали к дому и стала хвостом стучать в калитку. Кто там? Лиса отвечает, я принесла вашу внучку Снегурушку. Ах ты наша милая, дорогая лиса Алисова, пойдем к нам в избу. Где нам тебя посадить, чем нам тебя угостить? Принесли молока, яиц, творогу и стали лисицу почивать за ее услугу. А потом простились и дали ей на дорогу еще и курочку. Вот видите, какая у нас лисичка, как она помогла. Такая красивая лисичка с бусиками, с бантиком. Она помогла, показала Снегурушке, где живут ее дедушка с бабушкой. Откликнулась на ее беду. И теперь Снегурушка снова у дедушки с бабушкой. Надо всегда помогать друг другу. И главное – знать волшебные слова. А сейчас всего вам доброго и до свидания.